Очень многие девочки из нашего чата заказали себе вот такое колье. Я долго на него смотрела и тоже соблазнилась. Я смотрю, что отзывов плохих на него нет. В нашем чате все вроде бы довольны, а я на него немножко пожалуюсь. Во-первых, потому что цвет колье совсем не похож на фото продавца. Я все-таки хотела вот такой вот прям яркий, насыщенный, а мне пришло сердечко вот такое вот бледненькое. Во-вторых, в сердечке обнаружились какие-то вкрапления, которые мне не удалось ни механически оттереть, ни убрать их спиртом. В принципе, они не очень сильно бросаются в глаза, но все-таки они неприятные. Замочек здесь вот такой интересный. С первого раза открыть у меня его не получилось, пришлось немножко разжать, и после этого он стал прекрасно открываться. По поводу этого колье я уже спор открыла и надеюсь, что AliExpress вернет мне за него деньги. А вот у вас, у тех, кто заказывал себе такое украшение, хотела спросить, это только мне так не повезло, у вас все с ними в порядке? Потому что мне оно нравится, нравится вот эта вот грубая основа в сочетании с таким нежным романтичным сердцем, и я бы хотела его, наверное, перезаказать. Но если это частая история и сердечки приходят, так скажем, не идеальные, то тогда, конечно, перезаказывать не хотелось бы. В общем, жду от вас комментариев, у кого такое украшение есть, как оно вам.